Где ты, кукушка? Привет передай весне, уж сливы расцвели. Приветствую вас, морские жеребцы, с вами Федорович, а у меня трясутся руки и дребезжит голос, я не могу нормально соображать, ведь то, что вы сейчас увидите, это сравнимо с вестниками апокалипсиса на черном небе. Я думаю, нам остались считанные дни на этой земле. Нужно бояться, что лентяй не будет работать, а то, что земля не будет плодить, не страшно. Так же и у великих мастеров. Бойтесь, когда они практикуют, не думая о том, работает это или нет. И впадайте в ужас, когда они эволюционируют и выходят на следующую ступень самопознания. Он же великий Чхарек, он же Виктор Матвеев, он же мастер стиля орла и змеи. Всем вам известен по былым заслугам и невероятным видео, где он демонстрирует свою разрушительную технику, уничтожая домашний мешок, еще парочку мешков в виде учеников с соседнего кабака, различные деревянные поддоны и ящики, стены собственного дома нунчаками из йогурта чудо. Мы видели, как великий мастер практикует свое небесное искусство в разных одеяниях. В черном кимоно с драконами, в тельняшке, в халате, в шортах без футболки, в домашних тапочках и подштаниках, и даже белом кимоно для карате. Но то, что произошло сейчас, поражает своей жестокостью. На новый 2021 год мастер Чхарек опрокинул за шиворот со своими кентами-учениками бурячиху бабы Глаши, сделанную из прошлогодних гнилых бурячков и приправленную зернышками конопли для аромата, после чего он прозрел и эволюционировал. У меня даже немеет язык. Я не могу нормально соображать. Меня всего трусит от страха. Копайте землянки, запасайтесь провизией, спасайте детей и женщин. Великий мастер Чхарек изобрел новую систему боя, которую назвал Universal Combat System, что в переводе означает «Вселенская система боя». Да-да-да, вам это не кажется. Это не приступ похмелья. Это не последствия абсента, который вы вчера хлистали, как верблюд после прогулки по Сахаре. Мастер стиля змеи и орла одел камуфляж и эволюционировал до старорусских мастеров, объединив слияние змеи в орла и спаривание их же с камуфляжем, что дало нам Universal Combat System. Но чтобы поразить вас еще больше, давайте послушаем, о чем же разговаривают ученик с учителем на тренировке. Такие секреты наверняка будут вам полезны. Ты надоешь мне. Ты как его выбор. Что за пешком, да? Это журнал. На растопку. На растопку? Да, это эти. Журнал из ленты. С Ёптем в охране. И он их носит на растопку. Ой, кто? Уже газеты. Наконец-то! Вот оно! То, чего я всю жизнь ждал. Главный секрет Universal Combat System раскрыт. Печку лучше растапливать газетами, а не журналами. Чакру мне в рот, я полжизни потерял впустую. Пока вы еще не выбежали с упакованными чемоданами из дома, с бутылкой пива за пазухой, я должен вам показать кое-что еще. Конечно, руки мастера – это уже смертельное оружие, а когда он берет в них еще что-то, это наводит на ужасные мысли. Бывают непорочные невесты, но не бывает непорочных тещ.
Так же и у мастеров. Бывают только теоретики, а бывают кровавые убийцы. Вы наверняка догадались, что самое первое и смертельное оружие всех старорусских стилей – это нунчаки. Ну а в лапах орла или в хвосте змеи они стают поистине победоносными и сокрушительным снарядом для убийства. Поэтому срочно запасайтесь крышками от мусорных бачков. Только они могут вас спасти и способны отбить удар нунчак. Ладно, ладно, вылазите из-под стола, вытирайте слезы и сопли, у нас еще есть надежда. Ведь мы можем сразиться с мастером, его же оружием. Внимательно смотрите и изучайте Universal Combat System, и тогда, объединившись, мы сможем противостоять мастеру и не дадим ему поработить наши города и страны. Первым делом вам нужно сейчас же бежать в ближайшую пельменную и найти там ученика, который за бутылку будет регулярно приходить к вам домой на тренировки. Затем вы отрабатываете мягкость движений и криворукость ног, что довольно сложно, но у вас все получится. Если нет, тогда сивуха вам в помощь. Ну а напоследок вы должны как можно больше обниматься с такими же дикими бойцами, как вы. Для этого нужно регулярно, повторяю, регулярно посещать все злачные места города. Пельменные и чебуречные, наливайки и рюмочные должны стать вашим храмом для тренировок. Только так у вас есть хоть какая-то надежда выжить, когда армия орлиных змей, проповедующих Universal Combat System, придет покорять ваш город. Да пребудет с нами всеми сила всех богов и здоровье, чтобы завершить тренировки. Ведь пухать – это вам не спортом заниматься. Здесь нужна железная печень и некислая сила воли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. А также делитесь этим видео с друзьями. Давайте предупредим как можно больше людей о надвигающейся опасности. Также вы можете поддержать силы сопротивления по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Защита! Нога рудетная, раз-два. Переваривайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека. И этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи.